Всем привет из Подмосковья. Сегодня 17 августа и созрел мой кишмиш 342 или же венгерский. Сегодня я его буду срезать. Посмотрите, какой он уже желтый, даже уже переходит вообще чуть ли не в коричневый. Очень уже он сладкий, грозди крупные, хорошие. Оставляла их по две грозди и буду срезать их. Уже пора. Думаю, что многим нравится это время года, когда все поспевает и пора уже убирать урожай. Вот такие вот мощные, огромные грозди. Посмотрите. Вот уже сколько нарезала. Ну, килограмм, может, 5-то будет. Уже угостила соседей, все довольны. Виноградник весь, я его обрезала. Все верхушки. Сделала сильную чеканку. У нас идет небольшой сейчас дождик пошел. Все это вон внизу валяется. Нужно сейчас будет все убирать. Только разделаюсь с виноградом, хотя бы обрежу кишмиш. Не хватило мне даже тазика, пришлось идти за ящиками. Вот столько я нарезала винограда. Не знаю, килограмм 10, наверное. Может быть, больше. Пойду я сейчас половину отдам соседям. Созрел еще один виноград. Я все думала, что это ландыш, как мне прислали, как положено. Вот он. Крупный, хороший виноград. Но оказалось, это не он. Но все равно такой сладкий. Это вот остатки пусть повисят. Потом обрежу. И здесь еще один красавец тоже созрел. И тоже я не знаю, что за сорт. Посмотрите. Его когда ешь, у него мякоть такая, как будто сливу ешь. Такая не водянистая, а какая-то прям мясистая, что ли. Посмотрите, как вы. Может, кто знает, кто подскажет. Лист у него вот такой, и он какой-то такой, ну, грубый, что ли, можно сказать. По сравнению с кардиналом, вот этот кардинал, он еще не созрел, попозже будет. У кардинала лист прям мягенький такой, хороший. А у этого такой он какой-то, ну, не знаю даже, как объяснить, погрубее. В общем, вот еще один сорт винограда. Красота. Ради интереса я взвесила, сколько я собрала килограмм. 12. Половину я отдала соседям, всех угостила по периметру, кто у меня вокруг. Но вот эту пучу мне сейчас предстоит всю переделать, оборвать вот на такие вот ягодки отдельные. Сижу уже целый час на полу на веранде, как бомжиха. Посмотрите. Хоть стой, хоть падай. Но зато буду со своим изюмом. Вот я взвешу сейчас ради того, чтобы просто узнать, какой будет выход из килограмма винограда. Там кило 135, но это тазик 100 грамм. Так что кило 30. Вот так это будет выглядеть. Буду я сушить его, не знаю сколько часов, но думаю, что не меньше 40. Это я про изюм. Ну, заодно и томатики я положила. Посушить, повялить. Подождем. Вот такой вот выход из килограмма. Сейчас я это все взвешу и посмотрим, сколько у нас будет вес. Так, весы у нас давайте сделаем по нулям. По нулям, по нулям тарелочка. Так, скинем. Представляете, всего 235 грамм. Было кило 30, а сейчас стало 235. Вот такой вот выход с килограмма. Ну, тоже хорошо.